Елизавета Манерова – член Союза художников России. Работает в Екатеринбурге, но ее выставки проходят по всей стране. Полотна художницы можно найти и в частных коллекциях разных стран – Германии, Испании, России, Канады и США. Специалисты музея впервые привезли персональную выставку Елизаветы под названием «Неожиданно» к нам в город. Это большие полотна из нескольких частей, на которые можно смотреть часами и находить для себя что-то новое. Но работы, они такие пограничные, они уже не совсем декоративные искусства, так они больше художественные и, наверное, за счет образов. То есть они довольно-таки абстрактные и позволяют каждому зрителю погрузиться и увидеть, ну, что-то свое, прочитать для себя. Елизавета Манерова работает по текстилю в разных техниках, создает гобелен и батик. В экспозицию мастера вошли большие полотна, которые представлены целыми сериями. Это тематики Олимпиады, мифологические образы и пейзажи Екатеринбурга. Экспозиция представлена в художественной галерее в музее на Ленина, 43. В рамках вернисажа для посетителей проведут отдельный мастер-класс в технике «Горячий батик». Запись по телефону 26 48 79.